Рыбалка. Ловля рипуса, сига и корюшки. Зимняя рыбалка и лучшие снасти для ловли этой рыбы. В таких вот блистерах приходят мормышки, тульские мормышки. Тут все написано, что это тульская мормышка. Ну, посмотрите, как это все красиво, еще и аккуратно. Вот, приходит, я их получаю. И уже по наработанной схеме, имея огромную практику, немалую практику, делаем эффективные гирлянды для ловли рипуса, сига и корюшки.